Эльза, Эльза, ты не знаешь, почему мы здесь сели? Почему нас здесь посадили? Я слышала, к Софии пришла посылка. И очень какая-то интересная. И она хочет нам ее показать. Что же там находится? Очень интересно. Да, и мне очень интересно. Давай будем ждать. Давай. Привет, друзья! На канале София Прекрасна. Мы сегодня с Алькинспред открываем принцесс. Привет, друзья! Да, мы сегодня с Алиэкспресс получили посылочку. И мы заказали принцесс Диснея. Вот нам пришла посылочка. Сейчас мы ее будем открывать. А ну, Боже! Что там? Запаковали хорошо, да? Да. О, хорошо, чтобы они не побились или какие они, не повредили их. Вот такая упаковочка мягенькая, противоударная. Давай я отрежу. Опа. Здесь надо пофаган. Опа. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, запаковали как. Вот они. Ничего себе, целая куча. Смотрите, целая куча принцессы, их наряды. Так. Вот-вот-вот открываются где-то здесь. Ух ты, тут они все в кулечках, да все в отдельных. Вот так, давай высыпаем. Ого, сколько! Смотрите! Здесь, давай посчитаем, сколько принцесс мы заказали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас семь принцесс. От каждой принцессы прилагается платьечко. И давай же будем смотреть, какие же нам принцессы пришли. С какой принцессы начинаем? Белль. Белль? Это Белль? Давай покажем. Смотрите, какая принцесса. Давай ее распечатаем. Давай. Какая красота. Ты пока другую. А я буду другую открывать? Ну давай, я буду показывать. Давай я буду показывать, а ты будешь открывать. Давай. А потом наряд поменяем им, да? Смотрите, какая красивая принцесса. Она идет с короной. У нее красиво накрашенные губы. У нее красивые волосы желтые. И красивое блестящее платьице. И платьице. Так, а к этой куколке шло вот еще одно сменное платье. Оно желтенькое. А это платье у нас бордово-белое. Вот наша первая принцесса. Это так, какая вторая принцесса? Рапунцель. Рапунцель? Давай, покажи, какая. Я пока так. Вторую. Софиечка открывает Рапунцель, а я ставлю сюда наших принцесс. А платье тоже рядом ставлю. А платье ставлю ниже, вот сюда. Сначала платьечко. Так, вот наше платье Рапунцель. Какое красивое синее платьице. Вот она вот такое красивое, пышное. Очень красиво ложится. Здесь оно на завязочках идет. Очень красивое платье. Давай куколку покажем. Если вот так вот снимается одежда. А как одежда снимается, мы потом обязательно покажем. Да, крутить надо? Да. Хорошо. Так, смотрите, какая Рапунцель, какая смешная она. Такие глазки интересные. Есть тоже корона. Вот такое фиолетовое платье, похоже на вот это. Ого, красно снимается. И вот такие длинные волосы. Ого, аж закрученные, да? И она так шевелит ими. Давайте поставим сюда Рапунцель наш. Теперь. Вот наши принцессы. Ну, сам скорей.
Русалочку Ариэль, давай, открывай. Опа! Это мы. О, она тут упакованная. Давай сама. Сколько у нас еще осталось принцесс? Она здесь упакованная. А платьечко? Ух ты, какое красивое перламутровое платье. С фиолетовым клёшем идет. А здесь оно такое разлетаечко. И тоже вот все в блесточках. Очень красивое платье. Они все в туфельках. Еще и в туфельках? Мама, сейчас я тебе... Давай, покажешь. Она здесь упакована. Ух ты, какая красивая Ариэль. Вообще, это Ариэль. Да. Это русалочка Ариэль. У нее красные алые волосы. Очень красивый наряд. Очень похож на вот этот. Почему-то у них всех одинаковые наряды. И тоже есть корона. Смотрите, какие красивые волосы. О, и есть туфли. Есть туфли, она с туфлями. Так, ой, давай платьице сюда поставим. Вот у нас такой небольшой подиум для наших красоток. Каком? Так, какая у нас следующая куколка? Золушка! Я вижу Золушка! И все эти платья, ребята, можно менять между собой. Какая красивая Золушка! А платье какое! Вау! Вот их двое блестят. Они все блестят. Красивая-красивая прическа с вот такой красивой гулькой. И у нее есть ободочек голубой. И тоже красивое платье блестящее. Смотрите. Такие прям с воланами спускаются. Вот такие красотки, смотрите. Вообще прелесть. Очень красивые куколки. Следующая куколка какая у нас? Как я думаю? Это платье Золушки второе. Очень красивая, розовая, тоже с блестками идет. Розовая вставочка на груди, очень красиво. Давай, какая у нас дальше куколка? Как ее зовут? Шесть гномов Белоснежка. Белоснежка, у нас Белоснежка. Мы потом их переоденем все в разные платья, да? О, какая она хорошенькая, черненькими волосами у нас Белоснежка. Тоже с красивым платьем. Здесь идут воланчики, тут у нее сердечко. Вот такая красивая прическа. София. Вот такая у нее красивая прическа. Вообще красивое платье, красивые куколки очень. Смотрите, и второе платье у нее фиолетовое с белыми вставочками. Вот так мы их поставим, да? Я открываю. Открывается фичка. Следующую куколку. Зовут? Я не знаю. Эту тоже не знаю. И эту мы не знаем, и эту мы не знаем. Ребята, напишите нам в комментариях, как зовут эти две куколки, этих две принцессы. Такой похожи одного цвета, да? Ну, они два с блестками. Они все с блестками. Вот как эту куколку зовут? Давай ее покажем. Ребята, подскажите нам, пожалуйста, как зовут вот таких принцесс. Мы еще не всех принцесс знаем по названиям. Смотрите, какие у них красивые волосы. Они прям спускаются ниже пояса, очень кучерявые. И тоже у нее есть корона. Розово-желтое платье блестящее. Очень красивая принцесса. Так, эту принцессу мы поставили. Смотрите, еще вот это такое платьице есть. Для этой принцессы мы его ставим вот сюда, вот так. Она тоже в пакетике. Еще одна принцесса у нас. Мы тоже не знаем, как ее зовут, но она какая-то заморская принцесса. Как ее зовут, подскажите нам обязательно. У нее очень красивое-красивое платье. Вау! Супер платье, сделано в виде цветочка. У нее прическа очень красивая. Ну, какая точно заморская принцесса. Ой, и платье у нее безупречно красивое. Такое фиолетово слегка красное. Или розовое, вот как кому нравится. И спереди, конечно же, снова блестящее. Какие красивые.
Ух ты, какие они красивые, эти куколки. Тебе нравятся? Да, скорее переодевай. Ну что, будем их раздевать? Давай всех разденем. Я вот эту. Давай, ты одну, а я вторую буду раздевать. Вот так вот надо аккуратно. Так, сейчас мы разберемся, как их раздевать. О! Смотрите, здесь есть вот такие. Оп. Ух ты. А у меня так. А ты так сняла? Посмотрите. И они остаются в купальниках. Смотрите. Принцессы в купальниках и в туфельках. Купальник соответствует цвету туфелек. Ух ты, какие они красивые. Так, две куколки мы уже раздели. София умудрилась так снять с куколок платье, а я так не сняла. У меня не получилось. Вот так. Но они очень легко одеваются. Вот такая система у них. А, вот так, смотри, они как-то так нажимаются и снимаются, наверное, да? Давайте еще одно платье попробуем снять. Куколки у нас стоять не умеют, наверное. Нет, они не стоят. Так, вот так нажимаем. И вот так вытягиваем, смотри, как. Вниз нажала и вытянула куколку. Здесь у нас куколка фиолетовая. И тоже идут туфельки. Смотрите, какая она. Так. У Софийки вот оранжевые туфельки, оранжевые купальник. Ой. Что это? С моего. Одного цвета получились, да? Да, вот одного цвета купальники. Вот такие куколки. Нажимаем. Вот так нажимаем. И вот так вынимаем легко. А у меня в красном купальнике. А у тебя в зеленом, да, как у Ариэль. Ну что, переодеваем их в разные платья? Я вот так. Вот такие у нас куколки, смотрите, раздетые. Красивые куколки. Советую, можете приобрести очень хорошие куколки. Запах сейчас понюхаю их. Есть? Ну, совсем немножко запаха есть, конечно, как и в Лолах. Но куколки качественные, красивые. Вот какие принцессы. София! Помочь. Сейчас я тебе помогу. Давай их переоденемся. Это у нас эти платьица, да? Ну что, получилось? Красивая. Очень красивая. Ух ты! Какая красивая. Видите, Софиечка одела ее. Очень красивая принцесса. Вот так вот надо. Так, сейчас я тоже всуну как одну. Как ты одеваешь? Как мы раздевали. Давай сунем вот эту. Вот так. Вот так. Вот так они очень легко одеваются. Класс. Мне очень нравится, как они одеваются. София одела. А волосы? Волосы ты забыла ей сунуть? Смотри. Вот так одеваются куколки. Очень легко. Очень легко, удобно. Давайте вот так куколок нашим оденем. Ой, я одела, которая была. Ее свое же платье, да? Ну, что за дела? Вот так я Золушка одела. Ой, это не Золушка, это Белоснежка. Белоснежка еще. Да, всем. Давайте сюда сунем Рапунцель. Вот, очень легко переодевается. Супер. Мне очень нравится эта распаковочка. Молодцы, производители сделали очень прикольно. Для деток очень интересно. Во-первых, и очень легко они меняют свои платья красивые. Супер! Класс! Класс! У нас не две синие, смотри. Вот такая у нас распаковочка сегодня. Это Золушки одеваю. Софийка одевает желтенькие Золушки. Наши все куколки. Вот так. Красивая. Ой, свалилась. Да, очень красивая Золушка. Ей очень идет такой наряд. О, какие красивые куколки. Подиум, да? Запустите меня. Ой, все, спасибо. Ну что, вам понравились?
очень понравились, какие они все красивые. А сколько у них нарядов? Мы их переделали. Да, красивые куколки. Мы будем с ними дружить. А ну, кто тут такие? Ох, какие красотки! Мне они очень нравятся. Хочу познакомиться хоть с одной. Хватит тебя познакомить с Рапунцель. Да мне с кем-нибудь. Очень красивые принцессы. Вот. А какие они нарядные. Сейчас такое тебя познакомлю. Привет, Рапунцель. Она маленькая. Ой, какой ты большой. Привет. Какая ты красивая. Хочу тебя пригласить в кино. Пойдем со мной в кино. Пойдем. Я согласна. Я здесь никого не знаю. Может, ты мне покажешь город? Кстати, я не представился. Меня зовут Олаф. Я это, снежный человек. Ты снега слеп. Я слеплен из снега. Вот скоро зима, поэтому будем в снежке играться. Ну что, в кино идем? Конечно, идем. Я буду рада с тобой пообщаться. Ну все, договорились. Я вечером зайду. Все, пока-пока. Фух, аж выдохнул. Я вообще с девчонками не очень сильно люблю знакомиться, я их боюсь. А это мне понравилось. Ну, пока Олаф знакомится с принцессами, мы скажем вам до свидания. Всем пока-пока. Подписываемся на мой канал и много-много лайков ставьте. Понравились ли вам наши куколки, принцессы? Обязательно напишите комментарии и напишите, как двух принцесс зовут. Мы их не знаем просто. Да, все, а всем пока-пока. Знаем. Да, всем пока-пока. Не забудьте о нашем конкурсе на нашем канале. Все.